Привет-привет, с вами Фил на канале Твой Игровой, и сегодня наконец-таки у нас выходит продолжение рубрики «Бюджетные настолки». Хочу напомнить, что в рамках этого формата в каждом выпуске мы рассказываем о трех настольных играх в ценовой категории до 1000 рублей. И сегодняшний выпуск у нас получился такой тематический. Я подобрал для вас три игры о путешествиях. Небольшая по размеру коробка содержит внутри самую настоящую экономическую евростратегию. Путь в Индию отправит игроков в эпоху географических открытий и знаменитых первооткрывателей. А участники выступят, ну, кем бы вы думали, зная, что это евро. Ну, разумеется, влиятельными дворянами, которые при поддержке путешественников конкурируют в борьбе за престиж и богатство далекой Индии. Путь в Индию — это, конечно, все-таки микростратегия, хоть на коробке здесь написано «большая стратегическая игра». Вот если взять какое-нибудь евро такое средней сложности, убрать оттуда, ну, наверное, больше половины всех механик, оставить только какой-то костяк, то получится что-то наподобие «Путь в Индию». Тем не менее, играется это довольно бодро, втроем, вчетвером отлично поиграли. Нет каких-то переусложненных расчетов, таких заморочек с механиками, но тем не менее присутствуют определенные тактические моменты. Не очень много взаимодействия между игроками, только в том плане, что кто что займет, кому-то что-то, кто-то первым что-то занимает, другому не достается. Дипломатии здесь как таковой нет, но тем не менее, как я уже сказал, играть довольно интересно. В общем, я рекомендую, для разнообразия нужно иметь такую игру у себя в коллекции. Итак, начнем мы с цели, и сразу мой совет начинающим инструкторам, тем, кто будет учить людей играть в настольные игры. С самого начала объясняйте игрокам, какая у них цель. Перед тем, как перейти непосредственно к процессу игры, игрок должен понять, для чего он все это делает. Здесь у нас цель, это, как и у большинства евроигр, чтобы победить, нужно заработать больше победных очков, чем остальные участники. Игра заканчивается, как только будет открыт последний город. То есть будет исследован путь из Лиссабона в Индию, или двое или больше участников заберут все свои маркеры. Что мы имеем в распоряжении? У нас есть карточка вот такая для отметки победных очков, есть карточка нашего капитала, здесь же отмечается скорость кораблей и здесь находятся наши маркеры технологий. И у каждого игрока есть вот такая вот памятка со структурой хода и эффектами построек. Здесь есть еще такая особенность у игры, чтобы отмечать победные очки, здесь их всего 5, как мы видим, так же как и монет всего 5. Чтобы заработать больше победных очков или монет, нам нужны маркеры. Причем просто так они не даются, их еще придется отдельно покупать. То есть, если мы заработали 5 победных очков и должны получить еще там сверх 5 победных очков, мы должны сперва приобрести за одну монету маркер. И также один маркер у каждого игрока находится в городе Лиссабон. Пока что это не корабль, просто такой некий маркер, обозначающий какую-то возможность. И также в начале игры, там в соответствии с очередностью хода, но нам это сейчас не так важно, первый игрок и второй получают по 2 монеты, то есть размещают маркеры своего цвета на своем планшете своей собственности. Что может сделать игрок в свой ход? У игрока есть 2 действия, их можно делать в любой последовательности, можно действия также делать по 2 раза одни и те же. И первая возможность — это покупка маркера. За одну монету мы берем один маркер своего цвета и помещаем его в город Лиссабон. Допустим, я буду играть желтым игроком, и за одну монету, то есть я должен понизить своего казначея, я должен поставить на 1 и добавить один маркер в город Лиссабон. Мне еще осталось одно действие, которое я могу потратить на морской поход. Также возможны еще действия продажа товаров, увеличение скорости кораблей, возведение постройки и развитие технологий. Но о них мы пока расскажем чуть позже. Итак, чтобы совершить морской поход, я должен передвинуть маркер своего корабля по морю
на то число клеток, которое вот у меня кораблестроитель указывает. То есть сейчас у меня скорость кораблей 1. Причем двигать можно все сразу свои корабли. Если бы у меня была скорость 2, я бы мог подвинуть вот этот корабль на 2, этот корабль на 1. То есть в любой последовательности абсолютно все свои корабли можно двигать в любых направлениях. Причем, если вот единственное ограничение, это на неисследованные территории. Неисследованную территорию можно открывать только одну в свой ход. Если, допустим, я решил поплыть на неизведанный участок, я переворачиваю эту карту, и дальше уже мои корабли плавать не могут. За исследование городов начисляется одно победное очко. То есть тот игрок, который морским походом переворачивает одну из закрытых карт, должен сразу обозначить это, поставив маркер историка на соответствующее деление. Прибыв в город, я могу сразу же этим кораблем занять одну из ячеек товаров. Это действие все входит... То есть это все делается одним действием, морским походом. Морским походом я сразу же превращаю свои корабли в товары. Все, на этом мой ход бы закончился. Со следующего хода я бы мог уже эти товары продать. Продажа товаров. Сверяемся вот с такой памяткой, торговой хартии. И у меня здесь, допустим, два вида товаров. Это самоцветы и пряности. Я что делаю? Я возвращаю эти маркеры в Лиссабон, товары я продал, и повышаю своего казначея, ставлю на обозначение троечки. То есть у меня три монеты. Отдельным действием можно увеличить скорость кораблей. Если я, допустим, хочу, чтобы мои корабли получили возможность плавать дальше, допустим, там на расстояние 2, то мне нужно заплатить за это 2 монеты. Здесь вот цена указана у нас на памятке. Отдельным действием можно возвести постройку в городе, у берегов которого находится наш корабль. Что для этого нужно? Во-первых, нужно заплатить 2 монеты и размещаем свой корабль на постройки. Постройки бывают, во-первых, трех типов всего. Это церковь, рынок и крепость. Вот здесь вот обозначены победные очки, которые принесет нам эта постройка в конце игры. Крепости позволяют нам, когда мы нанимаем маркер, размещать его не в Лиссабоне, а вот в водах города рядом с этой крепостью. Если у нас есть рынок, то это означает, что у нас всегда есть дополнительный товар для продажи, который вот здесь на рынке нарисован. И важный момент, отдельно продавать этот товар нельзя. Вот этот маркер, он навсегда остается на рынке. Но имейте в виду, если вот у нас есть вот этот рынок, и мы, допустим, самоцветы продаем, то к ним обязательно еще добавляются и вот эти пряности. И последний из возможных вариантов действий – это развитие технологий. На развитие технологий у нас есть всего максимум 3 ученых, то есть больше 3 технологий у нас не будет возможности приобрести в игре, так что к этому нужно относиться внимательней. Здесь все просто. Мы платим то количество монет, которое стоит технология, и размещаем свой маркер ученого вот на этой технологии. Технологии бывают самые разные. Вот металлургия, например, бесплатная, то есть мы просто ставим здесь свой маркер. Развивая технологию, вы платите на одну монету меньше. Допустим, география для нас уже будет стоить также 0 монет. «Вокруг света за 80 дней» — это знаменитое произведение Жюля Верна, по мотивам которого и была разработана игра, которая сейчас перед вами. История переносит читателей в Лондон, начало 20 века, где в одном из клубов группа авантюристов заключает невероятное пари — обогнуть земной шар за 80 дней. Начав свой путь в Лондоне, игроки будут путешествовать поездом, кораблем, воздушным шаром, а также на своем пути встречать разные неожиданные события. Как и в книге, их планам старается помешать честолюбивый детектив. «Вокруг света» — это такая семейная добрая игра с интересной составляющей, то что в одном городе может побывать несколько человек, но в разное время. То есть вы можете стоять на одной клетке, но у всех показатель этого счетчика будет на разных делениях находиться. То есть как бы, ну, такой интересный элемент. Плюс сбор сетов, такая довольно-таки прикольная механика. Есть некоторая конфликтность в
в смысле выставления вот этой фигурки детектива, который задерживает участников, но он там не настолько критичный, чтобы участники смогли разругаться. Для более взрослой компании и опытных игроков, наверное, будет не так интересно, но вот в качестве такого семейного развлечения очень советую. Здесь клевые такие пластиковые миниатюрки, а вот на жетонах решили сэкономить. Ну, как можно было уже догадаться, цель в этой игре — совершить кругосветное путешествие раньше остальных. И что мы имеем на поле? Я подготовил партию, опять же, для игры на троих. Вот эти вот штучки, свидетельства о пари, обозначают игроков. Каждому выдается по 3 карточки путешествий, по 1 золотой монете. И также фигурки всех игроков устанавливаются на Лондон. Это отправная точка нашего путешествия. И на деление 0. И здесь мы видим вокруг поля вот такой трек. Это обозначение количества дней, которые прошли с момента старта нашего приключения. Итак, из чего состоит раунд игры? Первый игрок, который обладает вот таким маркером первого игрока, берет из верха колоды приключений 4 карты в нашем случае, если мы играем втроем. Если бы мы играли вчетвером и впятером, это было бы больше, 4-5 карт, соответственно. И располагает под вот этими вот полями. Он обязан выбрать из них, из этих карт, одну себе. Это карты приключений, они бывают в принципе двух типов. Путешествие на поезде и путешествие на корабле. И вот здесь в углу карты обозначается, сколько дней занимает это путешествие. И после этого он может, ну не обязан, использовать вот это действие. Действий здесь всего 6, и чуть позже я расскажу вам, что каждая из них делает. Далее, он, если захочет, опять же, то есть по своему желанию, может совершить путешествие. Из города, как мы видим, ведут вот такие стрелки, обозначающие со значками корабля и поезда. Это что значит? Это значит, что чтобы переместиться из этого города в следующий по нашему маршруту, мы должны сыграть 2 карты путешествия. Ну, соответственно, вот здесь это было бы одно, это здесь только на поезде из Парижа в Брензине. И после этого, если мы совершали путешествие, мы должны на это количество дней подвинуть свою фигурку по временному треку, по временной шкале. В данном случае это было бы 8. Здесь есть одна особенность, если, например, мы видим 2 одинаковых значка, вот, например, из Калькутты в Гонконг у нас 2 поезда нарисовано. И у нас есть 2 одинаковые карты приключений с равным количеством дней. Например, вот у нас есть 2 тройки. Мы можем сыграть 2 эти карты, и нам засчитают только одну из них. То есть только 3 дня мы потратим, если сыграем вот так 2 одинаковые карты. Далее, рядом с городами есть вот такие специальные маркеры. Если мы первыми приходим в город, то берем оранжевый маркер, и происходит то, что на нем нарисовано. Да, тоже чуть попозже я вам про это все расскажу. Второй игрок берет синий маркер, и тоже с ним что-то интересное происходит. Все, то есть первое, что мы делаем, мы обязаны взять карту, потом на выбор пользуемся вот этим действием с того места, где брали карту или нет, и совершаем путешествие или нет, и передвигаем свой маркер по треку, если совершали путешествие. Дальше об особенностях. Вот это действие обозначает взять одну золотую монету, вот это действие обозначает совершить путешествие на воздушном шаре. Что это означает? Это означает, что мы сбрасываем любую из карт, чтобы совершить путешествие на воздушном шаре. Мы должны сбросить вместо одного значка любую карту. И вместо того, чтобы идти на вот это количество дней, мы бросаем кубик. 1. То есть, если бы я совершил путешествие на воздушном шаре, я бы потратил вместо 5 дней 1 день. А кубик можно... Для чего как раз-таки нужны вот эти золотые монеты? Чтобы перебрасывать кубик. Третье действие обозначает взять карту событий. События в основном всегда положительные, их набираешь на руку и в любой момент можешь сыграть сколько хочешь. Вот, например, предложение. Можете преодолеть любой этап пути, не сбрасывая свои карточки путешествий. Путешествие займет 10 дней. Мы добрались к четвертому полю, это поле детектива, и оно позволяет игроку, который взял эту карту, поставить фигурку детектива в любой город. Что обозначает? Он, конечно же, это такой вредитель. И игрок, который, все игроки, которые заканчивают в одном городе ход в одном городе с детективом, они теряют 2 дня. Далее, вот это поле обозначает то, что вы забираете маркер первого игрока, то есть становитесь в следующем раунде первым игроком. И вот это последнее, 6-е поле, позволяет вам сбросить до 3 карточек путешествий с руки и набрать из колоды новые.
Призовые фишки практически аналогичны действиям, когда берешь карту. Отличается только вот это. Она заставляет всех игроков, кроме того, кто вытянул вот эту награду, добавить себе плюс один день. То есть задерживает всех игроков на один день. Ну и как только один из игроков прибывает в Лондон, для всех остальных время начинает идти быстрее. Каждый ход они теряют дополнительно один день. И соответственно, если вы приходите в Лондон, то есть замыкаете круг, завершаете свое кругосветное путешествие, ваша фишка останавливается здесь, вы больше в принципе не играете. Но остальные игроки еще продолжают свое путешествие, и не факт, что они вас не опередят. И еще одна игра от издательства «Звезда» по мотивам произведения Жюля Верна. На этот раз под названием «Путешествие к центру Земли». Игрокам предстоит выступить в роли трех отважных исследователей глубин. Не удивляйтесь, хоть в игре могут участвовать 2-4 человека, в любом случае исследователей будет трое. Героям предстоит спуститься через кратер вулкана к центру Земли, пересечь подземный океан и, наконец, подняться на поверхность в потоке лавы, сделав по пути невероятные научные открытия. Здесь мнение, наверное, будет аналогично предыдущему. «Путешествие к центру Земли» — это, в первую очередь, игра для семейного досуга, не гиковская тема. Большим плюсом по сравнению с предыдущими является тот факт, что она может играться вдвоем. Лично для меня это огромный плюс. Ну и приготовьтесь, конечно, к тому, что много рандома в этой игре. Постоянно достаешь какие-то карты, они могут быть нужные тебе, могут быть ненужные. И все, что ты сможешь с ними сделать, с ненужными картами, это только сбросить. Ну, то есть обменять на еще один рандом. Ну а так вообще интересная механика, есть в ней какой-то такой кооперативный элемент, и есть и соревновательный. Для, я же говорю, для семейного досуга вот самое то, что нужно. Итак, перед нами поле, готовое к старту игры. Здесь мы будем путешествовать. И наше путешествие делится на три этапа. Начинаем мы вот здесь, у кратера потухшего вулкана, у его жерла, спускаемся к центру Земли. Далее путешествуем по подземному озеру. И на третьем этапе, в потоке бурлящей лавы, поднимаемся наружу. Правила на всех этапах немножко отличаются, но в целом суть одна. Нам нужно набрать наибольшее количество очков. Проще говоря, мы будем получать иногда вот из этой колоды карты и здесь находить различные там полезные ископаемые, делать какие-то научные находки. Здесь победные очки за них указаны. Вот сколько этих карточек мы сохраним в конце игры, сколько их наберем и сохраним. Еще иногда их можно будет потерять. Столько мы победных очков и получим. Можно собирать сеты. Например, есть вот такой скелет. Если мы его полностью соберем, он принесет нам 12 очков. В свой ход мы можем или добрать 3 карты со стола, карточки исследователей или карточки оборудования. Причем три карточки оборудования, они в открытую вот здесь лежат. И можно брать или отсюда, или из стопки случайные карты. Также можно брать отсюда, но не больше трех карт. И второй вариант действия игрока – это движение любой из вот этих трех фигурок. Для этого мы должны сыграть вот эти карточки исследователя не больше 5. И пройти на столько же клеток, сколько карточек сыграли. Причем обязательно, чтобы наш ход закончился на одну, как минимум на одну ячейку ближе, ну, на одну ячейку ниже, то есть ближе к центру Земли. Вот эти клетки — это ущелья, и чтобы через них пройти, нужно использовать специальное оборудование, это канат. Чтобы пройти эту клетку, мы должны сбросить и карту исследователя, и дополнительно еще вот эту карточку оборудования. Вот эти клетки — это скалы, и сколько на них нарисовано камней, за каждый камень мы должны дополнительно положить еще одну карточку исследователя. А вот эти полностью закрашенные клетки — это гранит, через них вообще никак нельзя пройти, их только можно обойти. Проходя через клетки, на которых нарисована вот такая вот капелька с водой, это значит, что мы получаем вот такую карточку воды, она нам пригодится в конце первого этапа. Вот эти клетки с вопросами — это какие-то события, когда мы на них останавливаемся, то берем из колоды событий карточку к себе в руку и можем использовать, когда нам это будет удобно. События в основном все положительные. Это клетки, на которых можно совершить открытие, сбросив вот это оборудование. То есть, если мы, допустим, останавливаемся на клетке с компасом, и у нас при этом есть компас, мы отдаем компас и берем вот отсюда вот одно случайное открытие. Например, вот кварц мы нашли. Если здесь несколько рисунков нарисовано, значит, мы должны все это оборудование сбросить. Причем этих карточек открытий мы берем столько же, сколько оборудования сбросили. Вот если мы потратили две карточки оборудования, то
Две карточки открытия и берем. Какое бывает оборудование? Всего бывает 5 видов. Это кирка. Она позволяет нам проходить камни одним действием. То есть сколько бы здесь не было нарисовано камней, если мы в этом ходу сбрасываем еще кирку, помимо карточек исследователей, то нам эти камни не страшны, мы будем их всех проходить за одну карту исследователя. С канатом понятно, он позволяет нам пересекать вот эти вот ущелья, компас позволяет ходить по диагонали, сухари позволяют на две клетки дальше идти, вот эта штука называется лампой Рункорфа, и она позволяет нам взять на две карточки открытия больше, если мы совершаем открытие. Мы берем, допустим, вот совершили открытие, взяли две карточки. Если мы сыграли это с лампой Рункорфа, то берем еще две. Но из них мы все равно должны выбрать всего две, которые оставим себе. Первый игрок, который дойдет до подземного озера, возьмет себе в качестве поощрения вот такую карточку, карточку грибницы, и получит за нее в конце игры 4 очка дополнительно. После этого все фигурки, где бы они ни находились, перемещаются на плот, и путешествие переходит ко второму этапу. Перед тем, как забраться на плот, игроки должны посмотреть, хватает ли у них воды, чтобы взять с собой все свои карты находок. Одна вода позволяет проносить на следующий этап 3 находки. И если у нас не хватает воды, то мы должны избавиться от лишнего багажа, сбросить эти карточки. Здесь правила практически точно такие же. Точно так же мы перемещаемся, сбрасывая карты исследователей. Точно так же нужно закончить ход хотя бы на одной колонке ближе к финишу. И здесь лишь такие исключения, что в конце каждого хода с нами будут случаться какие-то морские приключения. Вот здесь есть отдельная колода. Давайте посмотрим, что здесь может быть. Например, вот гейзер. Здесь с левой стороны карты написано «Условия». И то, что мы получим, если его выполним. Если у нас, например, есть 3 такие карточки вот этого цвета, карты исследователей, мы их сбрасываем и забираем эту карту к себе, в победные очки ее добавляем. И вот такая штука, очень пакостная, это шаровая молния. Игрок, который свой ход завершает, должен выполнить вот это условие, должен сбросить 2 карточки, которые здесь нарисованы. Если он его не выполняет, то теряет 1 карточку находок. И при этом шаровая молния переходит к следующему игроку. До тех пор, пока кто-то с ней не справится, игрок, который завершает второй этап, берет себе вот такую вот карточку в награду, карточка затерянного города. Третий этап самый быстрый и самый, наверное, беспощадный к неудачникам. Это такой апофеоз рандома. Как он проходит? Игрок свой ход открывает карточку, и какого она цвета, туда, на ту ячейку, наш плот и перемещается. Вот в данном случае нам повезло, ничего не происходит. Следующий игрок, и плот перемещается на красную, и опять игрокам везет. И следующий игрок открывает синюю карточку, и плот перемещается на ячейку, где 2 зачеркнутые карты находок. Что это означает? Что игроки все абсолютно должны сбросить 2 карточки находок. Этой потери можно избежать следующим образом. Открывается карточка оборудования, и у тех игроков, у которых есть эта карточка, они могут сбросить это оборудование и не потерять находку. В данном случае нужно 2 открыть. Вот, если бы у нас были сухари и компас, мы бы ничего не потеряли. И следующая карта, какой бы она ни была, завершает игру. Перемещаться больше некуда, кроме как на поверхность. Ну и в итоге считаем, сколько победных очков на находках, которые нам удалось сохранить, и побеждает тот, у кого в итоге получится больше. А у меня на сегодня все. Играйте в хорошие настольные игры. С любовью, твой игровой. Пока.